Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сейчас я вам покажу обзор моего первого заказа из каталога Oriflame номер 4. Замечательный каталог, здесь оказалось действительно много предложений интересных. Общее количество баллов по заказу получилось 236 баллов. Ой, кто прибежал? Кот, как обычно, злой такой. И начну сразу показывать сверху. Тут самое интересное оказалось, это сумка-торба, который у нас идет в разделе аксессуары, и у меня ее заказала девушка, знакомая, клиентка. Я ее выписала с 50% скидкой, это оказалось очень выгодно, выгоднее всего, и как раз мне особо ничего не нужно было такого. Смотрите, какая классная сумка, я снимала на нее полноценный обзор большой, но сейчас все равно немножечко покажу, чтобы вы вспомнили. У нее есть ручка, цепочка, естественно, снимать не буду. Внутри у нее нет никаких отделений, то есть просто гладкая кожа без подкладки. А чтобы в сумку что-то положить, нужно вынуть вот эту красивую тряпочку под замшу, все туда положить или достать. И есть возможность так за шнурочки потянуть, получится маленький мешочек, сумочка окажется закрыта, и все это прячется вовнутрь, то есть получается так все лаконично спрятано. Но на мой взгляд это не очень удобно. И есть широкий ремень, который уже более длинный, и на нем удобно носить сумку через плечо. Не буду распаковывать, потому что все так хорошо сделано, сумка конечно красивая. И даже вот несмотря на все это неудобство с этим мешочком, я бы, честно говоря, все равно такую сумку себе хотела в коллекцию, потому что она прям ну очень интересная, очень классная. Вам, наверное, интересно, почему здесь стоит стакан, да еще и ложка, и стакан наполнен водой. Сейчас расскажу, дойдем и до этого. Так, далее. По акции. Кто-нибудь участвовал в акции с косметичками? Когда объявили акцию, нужно было в прошлом каталоге номер 3 собрать заказ на 50 баллов. И тогда в четвертом каталоге можно выписать набор косметичек за 399 рублей. Я сразу решила, что я их брать не буду, даже внимания не обратила, потому что у меня так много косметичек. Потом мы приехали в бизнес-центр, и я увидела эти косметички на витрине, и сразу такая: конечно, буду, да, заказала, потому что на меня произвело впечатление, как они выглядят. Они настолько здорово сделаны, они такие качественные, сделали нам матрешку, смотрите, из черной косметички. Достаем желтую. Внутри у косметички замочков никаких нет, то есть она просто так вот распахивается, как рот у лягушонка, такая удобная форма. Что меня привлекло в этих сумочках, вы знаете, когда я их увидела, я подумала, что это великолепный клатч. Единственное, чего не хватает, это ручки. Но дело в том, что у нас в каталоге продавали цепочку специальную, которую можно было носить как ручка. У меня в принципе есть отдельные ремешочки, и сейчас вот на многих сумках, как вы видите, вот, например, на этой сумке под питона есть ручки, которые снимаются, на них специальные карабины, и их можно перекинуть на любую другую сумку. Так вот, я подумала, что я схожу просто в специальный отдел какой-то, может быть, к обувщику, да, где-то в мастерскую, и попрошу, чтобы мне пришили сюда красиво, аккуратно золотистые колечки, и я к ним буду цеплять ручки, у меня появятся такие классные клатчи. Смотрите, первый черный, второй обалденного желтого цвета, уже чуть поменьше, и на нем надпись практически не видна, то есть ее вообще не видно. Ой, какой хороший цвет. И внутри третья матрешка, сейчас я внутри посмотрю здесь, ага, все, ничего нет, все, классная сумочка, смотрите, как здорово сделано, все под кожу, и беленькая, маленькая белая сумочка клатч. Слушайте, вообще фантастика. Может быть, моя идея тоже кому-нибудь пригодится, потому что я думаю, что это будет не затратно по деньгам, но у вас появятся вот три маленькие сумочки разного цвета на любой случай жизни. Как я всегда говорю, что сумочек много не бывает, и это очень приятно, потому что они такие вот красивые, мне очень нравится. Надеюсь, вы тоже хорошо рассмотрели, еще раз поближе покажу, вообще-то мы их отдельно снимем лучше. Вот, сумочки классные. Так, далее, витамины, коробка wellness pack,
женские, wellness pack мужские, нам с Лерой и Миша. Нам нужно будет еще пачку заказать попозже, потому что нам уже одной пачки не хватит. Так, далее тот самый пребиотический напиток с пищевыми волокнами. Я вот его ждала больше всего. Кто-нибудь заказал, напишите в комментариях, вы себе выписали такой напиток. Так, запечатан, здесь специальная такая защитная фольга, аккуратно открываю. Ой, пахнет как суп спаржевый, честное слово, такой же запах. И внутри этот напиток рассчитан на 30 порций. Я очень хочу его попробовать, потому что можно 100 раз увидеть, как пробуют другие, но лучше один раз попробовать самой. Смотрите, рекомендую чайную ложечку на 250 миллилитров. Я сейчас разведу, но я все пить не буду, я потом отдам Мише. Чайную ложечку с бугром, вот, развожу. Мне интересно, как он растворяется. Даже вкуснее пахнет, чем суп wellness, если честно, мне очень нравится. Так, появились какая-то, ну вот, крупиночки плавают зелененькие, как, знаете, что напомнило, когда начинает вода цвести в реке, тоже плавают такие зеленые штучки. Так, растворился хорошо, вообще проблем не возникло. По-моему, вот, не совсем прозрачный бокал, но все равно вижу, что напиток, вернее порошок, растворился полностью. Буду пробовать. Страха у меня никакого нет, у меня есть только любопытство, потому что хочется попробовать. Просто как вода и легкий запах. На вкус я вообще не чувствую, чтобы какой-то вкус там появился. Чуть-чуть во рту такое приятненькое ощущение, даже можно все было бы выпить, но не хочется тратить ваше время. Еще глоточек. Надеюсь, будет хорошо. Почему я так ждала этот напиток? Дело в том, что, ну, мне кажется, хоть раз в жизни кто-то принимал антибиотики. Я тоже это делала, и когда антибиотики принимаешь, однозначно микрофлора нарушена, особенно те еще старые антибиотики. И вот все время хотелось чего-то такого полезного, чтобы флора была наполнена. И я хочу этот напиток также дать родителям, то есть мы все будем пить. Еще одну банку я заказала, мы отведем родителям, потом еще банку другим родителям. Я хочу, чтобы мои близкие были здоровы, хорошо себя чувствовали. И на мой взгляд, очень многое зависит от того, как у нас работает перистальтика, как работает кишечник. И те продукты, которые мы кушаем, они не всегда способствуют развитию вот этой благоприятной флоры кишечника. Поэтому я рада, что есть такие вот возможности принимать, например, wellness pack, отдельно кальций, внутри комплекс для волос и ногтей, и теперь пребиотик. Это просто очень здорово. Если вы заинтересовались этим продуктом, то я вам рекомендую посмотреть вебинар. Выступала наш тренер по продукции Наталья Радкевич, и она так подробно рассказала, для чего этот продукт, как он работает, его состав. Я когда этот вебинар посмотрела, и у меня и до этого сомнений не было, что я его буду заказывать. А когда посмотрела вебинар, я так думаю, так маме, папе, всем нужно заказать, чтобы мы все пили. Так что будем пить, посмотрим, как будет, какие-то ощущения, может быть, мы почувствуем. Я вам обязательно видео буду рассказывать. Так что к этому разговору мы еще вернемся. Так, далее. Мне заказали Novage, это капсулы для лица. Они сейчас идут по акции. Как же открыть? Кот все ходит вокруг. Ты, может, залезешь к нам, поздороваешься? Идем. Иди здороваться. Идем. Сейчас. Давай. Ах ты, дразнилка. Ай. Все, пусть с нами посидит, а то что он все время убегает? Ага, потерял игрушку.
Так, не могу открыть, но я думаю, что вы видели все это на картинке, и для вас не секрет, как они выглядят, насколько эти капсулы полезны для кожи, как кожа после них выглядит классно. И как раз сейчас самое время дать коже такую вот витаминную подпитку в виде этих капсул, потому что идет смена сезона, из зимы мы переходим в весну, и обычно для кожи это стресс, ее нужно подпитать. И я очень рекомендую эти капсулы, они невероятно классные. И у меня тут столько кусочков мыла, я вам передать не могу, сейчас акция идет. Мыло нужно выписывать именно парное количество, 2, 4, 6 и так далее, потому что тогда оно выходит по более выгодной цене. Еще два мыла и еще два мыла, в основном тут все под заказ. Ну и себе тоже пару кусочков заказала, и еще два мыла, вот такая гора, 10 мыл получилось. И я все-таки заказала тональную основу, хотя я пообещала, что не буду ее заказывать. Но вы знаете, когда я оформила заказ, и потом сижу такая вечером, думаю, ну что же я буду без тона-то, как же я вам буду показывать заказ, а в нем не будет тональной основы. И вот эти ощущения, когда я в бизнес-центре пробовала тональную основу из оригинала, а не из пробника, для меня это было вообще что-то прям вот открытием каким-то. Я увидела свое лицо такое свежее, такой цвет красивый, и оно выглядит намного моложе. Вы знаете, мне показалось, даже вот морщинку вот эту межбровную не так сильно видно, и оно как будто вот лицо такое вот, ну не знаю, ровное-ровное. И я решила заказать, тем более что в этом каталоге идет акция, что можно взять тональную основу и в подарок выбрать любой оттенок стойкой матовой помады. Я взяла матовую помаду, я ее сама хочу, но так как у меня помад очень много, я ее пока открывать не буду для себя, я ее предложу подруге, она вот любит тоже такой оттенок, тоже не открывается. О, открылась. Я ей сначала покажу, а если уж ей не нужно, я тогда себе ее потом оставлю, потому что прям мне нравится этот цвет, он такой приятный, очень красивый. У меня была такая помада еще давным-давно, такой классный бежевый оттенок, бежевый нюд, по-моему, называется, но она самая верхняя, вы не ошибетесь, она очень классная, при том что она стойкая. И если сравнивать ее с другими матовыми помадами, например, которые вот сейчас новенькие, вот у меня тут в заказе две помады, эти все-таки более сухие помады, они на губах немного больше чувствуются, как будто влага уходит. И я их наношу обязательно вниз бальзам, ну не обязательно, а если не нанесла бальзам, потом думаю, что же я бальзам-то не нанесла, то есть, ну бывает такое желание увлажнить губы, а от этой помады нет таких ощущений, то есть ее наносишь и комфортно, и она очень здорово держится. Какой я себе тон взяла, сейчас скажу, но все-таки это был розовый фарфоровый, мне кажется, он будет одним из самых популярных, потому что он невероятно освежает лицо. 35782 Light Rose Cool, да, по-моему, он розовый фарфоровый, очень классный оттенок, вот, так что буду теперь пользоваться и радоваться. Еще в заказе две помады, и это еще не все. Девочка заказала по сторис в Instagram, я выложила сторис, Миша буквально записал, как я выкраску на руке делаю, и она мне пишет, так мне вторую там и такую-то, я такая, а чё, какую? Выяснила потом правильно, чтобы не ошибиться, какие оттенки. Вы знаете, она взяла самые яркие, те, которые мне самой понравились, это морковка и вот как раз, по-моему, как же он правильно называется, оттенок розовый, розовая орхидея, что ли, сейчас скажу точно, просто на губах он невероятно круто смотрится. Вот розовая паприка, он такой яркий-яркий и очень красивый. Вот такие две помады, и тоже в каталоге предложений идет, что нужно брать две, тогда выгоднее цена. Вот на это тоже нужно всегда обращать внимание, сами смотрите и клиентам показывайте. И знаете, бывает такое, что клиентка, эх ты, а мне две не надо, и не хотят брать одну за более дорогую цену. Я тут же прям предлагаю, говорю,
Покажи кому-то из девчонок, у тебя что-то много рядом девчонок, покажи им каталог, может кому-то тоже нужно, сделайте совместную покупку. Она точно. И все, и получается, что и клиенту хорошо, и мне хорошо, я с заказом, а клиентка с помадой и подружка с помадой. Со вкладыша внутри каталога я выписала крем тоже для клиентки. Она этот крем мне уже два раза брала, это с папайей. Он классно идет под макияж. Она мне говорит, она, кстати, очень взрослая, ей уже, мне кажется, за 60 так далеко. Она говорит, невероятно классно под макияж, под тональную основу вот этот крем мне подходит. Ну, я его пробовала, потому что я дочке такой брала тоже пару баночек или три даже она использовала, и он очень приятный, вот по ощущениям действительно очень приятный. Конечно, от него не надо ждать чуда, что разгладятся морщины, там все расправится, ну конечно же нет, но увлажнит он однозначно, приятное ощущение на лице будет однозначно, то есть кожа расправляется, получает питание, влагу, и макияж хорошо лежит на этом креме. И покажу сейчас, что я еще выписала, тоже сразу в трех экземплярах взяла, потому что эта вещь очень популярная, и обычно в каталоге ее разбирают очень быстро. Это специальные силиконовые вставки под, не под пяточку, а вот получается за как за щиколотку стоит, господи, как же это называется, ну то есть вот где туфелька, задник туфельки мы подкладываем. И бывает такое, что нога, например, утром она худая, у нас нога все хорошо, а к вечеру начинает отекать, вот слова не могу подобрать даже, как объяснить, отекает нога и становится ей в туфле хорошо, а утром, когда она худая, туфля болтыхается. Так вот, с утра можно ставить вот эти заднички, а потом их вынуть, то есть чтобы регулировать размер обуви, чтобы не туфли менять утром одни, вечером другие, а вот таким вот способом вынимать вот это под за пяточки. Понятно, все понятно. Так вот, в этом каталоге очень хорошая цена, и я рекомендую взять, потому что скоро начнется сезон туфелек и начинается головная боль, а как их носить, что делать, куда бежать, отекут ноги, не отекут, переживания, вот чтобы всегда было комфортно, просто иметь с собой такие маленькие невидимые помощники. Так, что еще? Вот еще что я взяла, я и забыла, он прячется в коробке, это специальная сыворотка от натоптышей, от мозолей. Ой, прям сегодня начну пользоваться, потому что я люблю, когда ноги идеально просто гладенькие, идеально красивые. Вот такой тюбик, внутри прям сыворотка. Кстати, по-моему, сегодня вышло видео на нашем канале, я пробовала эту сыворотку в бизнес-центре, она вот прям вот прозрачная капля, это настоящая сыворотка, и мне кажется, у нее есть какой-то желтоватый оттенок, может быть так свет падает, но я вот прям вижу желтоватый оттенок. Она легко впитывается, прям вот легкая-легкая сыворотка, ее нужно носить аппликационно, то есть точечно на те места, где надо, если есть мозоль, если есть там натоптыш какой-то или грубая кожа, то есть нужно нести эту сыворотку и оставить, она мгновенно впитывается, то есть я сейчас большую каплю нанесла, все, ее уже нет, ни липкости, ничего, просто гладкая кожа. Мне так этот запах понравился, я просто еще в бизнес-центре влюбилась в этот аромат, у меня аж прям слюни текут, какая прелесть. Я попробую, потому что у меня есть маленькие такие проблемные зоны, я попробую, потом вам расскажу, какой есть результат или нет, и скорее всего я не буду отдельное видео записывать, а я расскажу просто на во вторник на нашей встрече, хорошо? Расскажу вам про акцию, может быть вы не слышали, что есть такая акция, твой заказ, твоя скидка. Почему-то я не увидела на сайте эту акцию, то есть она прошла в группе, в чатах промелькнула, на сайте я ее не увидела. Что это за акция? Нужно делать заказ, не будем мелочиться, сразу скажу, 75 баллов, и сейчас посмотрю, надо это чтобы единовременный был заказ или нет. Так, 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 не вижу. Очень важно, надо узнать условия, надо ли делать заказ единовременный или можно не единовременный. Ну,
Ну, смысл в том, что размещаем заказ на 75 баллов в течение каталога номер 4, и в пятом каталоге, в первые дни каталога, нужно скинуть заказ от 10 баллов и выбрать, то есть указать в заказе код любого продукта, который вы присмотрели, или что-то вот из этого. И обязательно расскажите всем участникам своей команды, своим партнерам про эту акцию, разжуйте поподробнее, и своим друзьям, возможно, они тоже захотят поучаствовать в этой акции, а вы пригласите их к себе в команду. Так что надо пользоваться всеми выгодными предложениями от компании. Вот такой вот у меня получился заказ и каталоги. Прислали уже каталог номер 5. Очень интересно, что здесь будет. Я заранее каталоги не смотрю, в электронном виде не люблю смотреть, всегда люблю получить бумажный и посмотреть его внимательно, со смаком, так с оттягом, все странички рассмотреть, пофантазировать, что я буду заказывать, как я буду работать с каталогом, представить, кому из клиентов уже что я буду предлагать и так далее. Поэтому я вам желаю, чтобы каталог номер 4 у вас был еще лучше, чем все предыдущие каталоги, и в плане заказов, и в росте, если вы планируете карьерный рост. Я вам всем желаю удачи, успехов. Если это видео полезное, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и оставайтесь с нами. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока! Хватит спать, Соня.